Сказание о создании ночи, древнеиндийский миф, читает Павел Беседин. По мнению древних индейцев, первыми людьми были Ява и Ями. В те времена еще не было создано ночи, и у людей каждый день над землей светило солнце. Да и в целом и дней у них не было, потому что их невозможно было ограничить, разделить. Следовательно, речь идет о тех временах, когда на земле не было даже самого времени. В тот день, когда сын Вивасвата, Яма, умер, Яме, его возлюбленная и сестра, проливала безутешные и горькие слезы. Тщетно множество богов пытались хоть как-то облегчить бремя ее скорби. Но на все их увещания и уговоры она отвечала. Но ведь он умер только сегодня. В то время еще не было дней и ночей, и боги сказали: «Так она его не забудет, мы сотворим ночь». Поэтому они создали ночь. Когда ночь прошла и настало утро, Ями смогла забыть о нем. Потому всегда говорят: «Череда ночи и дня приносит забвение горя».